ёбаный подосранный бот, блядь. Какой же он, сука, идеальный, блядь. Блядь. Вот какая же ёбная в PUBG, ну нахуй не нужная там, но лучше бы была здесь, функция, блядь. Ctrl, Ctrl M, блядь. Замутить нахуй, это говно! Вот это ты сейчас такую жизнь сказал. Я просто... Ездный, блядь. Типа там типы на улице у меня угорают. Ау, ха, ау, 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 блядь. Ты не на ГЛОНАСС? ГЛОНАСС? Адидас. Жалко, у меня в этот момент еще экспириенс не работал, блядь. Ну, в принципе, это. Тут мне пока рановато. Это скорее можно завтра. Так. Снялась у меня, нет? М. Предметы, стиль, аксессуары. Там будут друг друга где-то. Да, я видел. Костюм. Синий шлем. Они что-то дебилы? А тут, кстати, постоянно бежит куда-то. Всё было нахер. Хера мы синхронно вышли. Меня по голове ударило вообще-то. Ебать. Ебать, блять, Рон. Рон позвонил. У меня мотоцикл в воздухе! Блять. Тачку присел. Не, определенный. Определенный автомобиль. Morse Mutual, we're here to help. I'll look into it. Excuse me, I'm a boss. Не понял, блядь, юмора. Юмараканские мандарины. Бля, угар. А как ты сдох? Ебать. Ебать, мы тут застряли. Вчера ты уткой не вернул вокруг своей зоны. Is much more open about the fact that they leave. Here, people like to pretend they really can. Me practicую. Вот я. Тут назад посмотри, блядь. Я сильный. Всё.
эффективно, эффективно. Хули там у чувака пары заходит днем. Ну что, у меня дождь идет, блядь. Ебать, там мыльная текстура лучей. Там она просто 480-пишная. Там, может, туман пытается быть? Не-не-не, там вот эта вот текстура солнца, вот эти лучики, она, блядь, 480p, сука. Да какого членца она там, блядь? Там тебя так ускорили вообще? Да я ебу! Куда я еду? Да, слышишь, я сейчас уеду. Давай быстрее. Да тут ровер, блядь. Давай чувася, ускорь. Блядь, это залупа мне до сих пор ускоряет. Да, в очко иди, блядь. Он мне всю жопу протаранил, блядь. You can't suck. Вот у меня на нихрена, если я костюм поменяю, у меня будет так, как у меня сейчас. Типа, если очков нет, то очков и не будет. Ну ты должен костюм как сменился у себя дома. Так они у меня сохранены, я вот сейчас что там взорвалось. Там уже что-то взорвалось, блядь. Нет, там, по-моему, как что-то упало. Знаешь, да, да, да. А, там автобус взорванный стоит. Ёбаный рот, что здесь происходит? Блять, я вообще-то себе Порш вызвал, какого хера у меня заспанился опять Мерседес? Наверное, это вторая по выгодности после лаборатории. Потому что там почти 500. Там 480, 496. 100 тысяч, это вообще. Ага. Ради этого, блядь, на почтовиках ползать. Не, извините, пока не будет коэффициента, возможно, хотя бы. Если ты игровым сервером рок, потому сейчас на целый экран будет злотить, не разбился. Ты член с ними, блядь. С вашими серверами, да? Мне самое смешное, что игра-то идет, а они мне тут на целый экран показывают уведомления. А, у тебя типа вот это черное окно? Да, черное, прям черное, с желтыми буквами, невозможно подключить. Пиздец. Не, у меня обычно выезжает типа вот это вот то, что ошибка сохранения. Не, ошибка сохранения это поебать, но где-то не с экрана. Это очко я пересрал бы, я мне кажется, я кончился и разбился. Ой, бля, точно, мне тоже надо переквалифицировать. Ты можешь над моим пролететь? Я выпрыгнул с парашютом, а ты на свой полетел. Great. Да хватит, блядь, смотри, почему я там два раза купил, понятно? Я сейчас попадил конь и бородил, блядь. Я одного только успеваю сбросить, уже второй, блядь. Я просто, блядь, мне вчера еще Тони написал. Мне вчера еще Тони написал, типа, что надо поменять, а я что-то забыл совсем за эту залупку. У меня это хоть тебя не надо убивать. За что тебе не. Ну, как так я споткнулся, сука! Пейдж, иди в жопу! Let me know. Hi. See ya. Oh. Hi.
Ебать они замайченные, слушай, они вообще не работают. Почему они пиздят оба? Ебать там Лестер с двумя маркерами рисует, блядь. Да, я помню. Да. Может ты опять, блин, как-то тупишь? Здесь какой-то сломанный ноутбук. Я типа полчаса иду. Саша, у тебя два кресла, тебе нормально? У тебя одно кресло анимированное, а второе у тебя под жопой просто стоит. То есть ты на кресле, сейчас сидишь. И мне в самый раз. У тебя кресло дюкнулось, Саша. Лучше на двух креслах, чем на одном кресле и на бутылке. Вчера там зафтиженная бабушка. Слышь, там, короче, боты не смогли убежать за край экрана моего. Там бот проехал через закрытый бомбал. Он не бот, не наг, а просто скинул. Спалился, знаешь, как он был. Мне, кстати, кажется, что нам... она бы скинула. Мне кажется, что катер быстрее тормозит, когда я вылезаю из-за рука. See you later, Sally. Не понял, что там с экскурсией. Пиздец, тут такая маленькая расстояние прорисовки теней, это просто, ну я... Это просто... Эй, ты что там с ботами, ну? То, что он решил перестроиться сразу. Хера мы исчезли! Пропали! Ты тоже не делал ты херню. Видел. Отгрузились, блядь, так на секунду. Почему мне до их не закрыты? Сейчас подожди, надо разогнаться. Ах, хуй! Хуй, она, блин, жирная. А ты сядь и выйди заново. Я тебя понял. Слушай, охуенно. Хороший. Он просто начинает боком лететь вот так. Мне кажется, что это не так много. Еще раз я буду. Еще раз я буду. Значит, текстуру вот так. А, у нас чел зашел. Сессию ломает. Надо выгнать. Может так? Два чела. Возможно, вот из них читер или сессию сломает. Если я сейчас создам другую, я выпаду из этого. Нет, шахта. Да, иди спасаться меня. Зовут сам. Ну, слава богу, у меня будут хотя бы. Мне просто асфальт. О! Асфальт появился, дома выглядит. Все, конечно. Просто охеренно. Отлично. Так,
Пойду гляну. Мне плохо у тебя вообще. За руль сядешь? Сейчас. Хера ты тебе... Сейчас есть и повернем. Типа нам на короткий путь сейчас понадобится. Ну вот это и заметно, это кидает. This is the land of nostalgia, people. We live in a damn desert. We need to get over it and get the hell out of here, go to the Midwest or something. Камера агентства показывает свой транспорт криминальный. Внимание, вы становитесь психопатом. Мы получили 2000 долларов за хорошее поведение. Слушай. Нет, это правда, это роплово, да, это роплово. Вчера там гелик задрифтил. Да, я тоже смотрю телефон. Я по этому поводу и сказал. Когда ты сюда заходишь, здесь играет мое радио. А когда я сюда захожу, здесь играет какое-то дерьмище. Так, нахуя я сюда иду? Ай, бибик. Что? Какого чебреца? Турбо открывание двери. Бля, мне бы можно было там? Хуя ты там бота выбросил вообще во встречу. Хера, он вернулся! Это тоже... В смысле, какое, блядь, задание? Ты приколись, я не успел создать мотоклуб, как мне уже задание, у меня уже продукт тут пиздят. Погнали со мной, сейчас их разъебем. Бля, как мне это бесит. А денег нет, не прокачал. Тебя пиздят то, на чем ты хотел вывозить? Я надеюсь, нет. А оно не пишет, какое предприятие грабят. Оно пишет, доебитесь до мотеля мотор. Ну это, кстати, изи миссия. Приус наваливает. Бип-бип! Одно плетется еле-еле, а то, которое навстречу идет, наваливает, чтоб я, блядь, охуел. Пиздец, кстати говоря, да, охуенное место спавна, просто как дуры. Знака войны. Она продолжила пиздеть. Ладно, в этот раз я пойду по навигатору. Это навигатор сейчас перестроился, или это я не там повернул? Я сейчас пойду по навигатору. А у меня просто, мне кажется, он поначалу по-другому показывал. Две анимации за один раз посмотреть, это уже перебор. Что только пиздец. Блять, украдите сырье, я случайно не ту заказал. Абсолютно. Что заказал? Украсть сырье вместо купить? Да. Сырье, блядь. Да, я уже глючу, блядь. Ай-яй-яй, это сейчас отменю. Как? Не знаю, пока. Ну как отменю?
патронат, да? Сейчас в тысячу раз усилился. Сам напросился, блядь. Все сгорело, блядь, эти пидорасы приехали, потушили. Выкинь эту хуйню, блядь. Да и что я опрокидывать начинаю, еще и заносить. Передрифтенная корыта, блядь. Хуже, чем пикап в панде. Просто на ровном месте, блядь. Взял и перевернул. Ебать, там Порш, блядь, по встречке хуярил. Ты видел? Я его понял. Понял. А вот представь, вот на месте меня, да, вот такая подстава, блядь. На чем бы я сюда поехал сейчас? На паршеринге, мне кажется. А чего тут вот-то жопа едет? Ну, пока не взорвалась. Я не уехала на другую карту. Ебать, ты меня чуть не убил. Она не завелась, а я не, у меня просто камера оторвалась. То есть, что не касаясь воды, это, блядь, ничего не будет. Я вижу. Ебать, там искры вообще. Я, блядь, на резиновой лодке, чем я там заискрю потому что? Пробитым? Она накачана, знаешь, наркотиками, блядь. Надувная здесь только я и блядь. И ну в принципе, блядь, на самом деле да. Долговязый навигатор. Это еще тот, блядь. У меня такой же, типа, платок такой синий. Такой... Зеленый. Салатного цвета. Вчера сегодня в такую бухту заехал. И, короче, тут у него мотав в кузове катаюсь.
Дебил в другую бабу. Мне просто интересно. Пошел он в жопу. Вау! Не, я все прекрасно понимаю. Ты не глупый? Я создал пустую. Finally, you can play video games without gameplay. Available on the iFruit phone. Drone and all over gameplay. Need to be in the iFruit. Да ебаться ему, блядь. Интересно. А нахуя ты меня как-то ехал? Я думал, ты уже... Ты у меня ТП, что? About one of those people that does things online. Well, sex. More sex. Modern sex. Listen to me. I may be a dinosaur, but trust me, Adam still likes to do the nasty with Eve. My generation did not get that wrong. Cars and sex. Get me more sex. Welcome to Alan Jerome Productions. I'm Al Jerome. Love the outfit, by the way. Do you want to drive? Are they going to drive? They signed a release. Well, that means something's happening. Hey, this is Vinewood after all. Hey, ciao, Bella. I gotta go work out. Пока красотка я в качалке, блядь, где-то было. Stab him with a fork! Ох, так бы и пырнул его в руки. Such a sellout. Film school. I went to film school. All that money. Я учился в киношколе, но мне не пришлось работать здесь. It's Brian-y. Ну, пожалуйста, да, Билла? No, it doesn't. Brian sounds like a man. Brian-y sounds like I had a narcissistic father named Brian. That's cute. I like that. I need a green tea up to the booth. And tell all the talent to get out there. I've got art to make. Okay, okay. All right. You get dressed, take the car, and get out there. Don't break a leg, and then we'll show you around. And good luck. Just sort of smash things and listen to the commentary. Coming, Alan. Now. Alan sounds old. Вчера на каком-то говне в качном уехал. Мне это не отдадут, как я сказал. Hey, you did good. And you're gonna be a huge internet star, which is the most important thing. I love you. I fucking love you. I love this person. You're going viral. It's like bubonic plague. We've got the new fucking plague. I love it. I want the whole show. Sign them up. Good contract, fair, part. Убил со мной? Это просто, это просто. Иди. Ты, кстати, не сзади. Ты как так ходишь? Ты тебе, Yeah, man.
Не просто выкинул, блядь, а понтово выкинул. Я понял, блядь. Я хотел просто отъехать назад. Сажать, заставить новую. Чем тебя растонировать, блядь? Мне просто интересно. Типа там бот в дрифте пролетел. А Бату Пойка что вертолет ловит на дороге. А он протаранил его? Блять! Там домик на колесах оторвал ход. Ты че, блядь? Или это вот это вот? Да. Видишь, у тебя ход сломан, блядь? Там вот. Да, я сниму. Там бот выбросил нахуй. А его просто нет у меня. У меня ты его так. Не, ну. Нет, он улетит. Что там за грохот стоит? Там мне копы ехали раз, со звуком, но без мига. Его не копишь! Давай, блядь, поехали! Ты куда так разогнался? Ты эпичный способ захода в игровой центр. Да что этот придурок делает? Тони, иди в жопу! Да поди! Чё ты? Я припарковался, ну, этот мотик так вышел, упал с него, я стоял на крыше, мотик стоял на крыше, я подождал, да? Он простянулся, кремлится, с ним упал. Я с ним просто скатился. Да ебали! Есть у меня хпшка была. Этот фигурок умеет спускаться. Фигурок, пошли! Сейчас я закажу. Дотуда до выхода. А, нет. Вы слишком близко, блядь. Я могу заказать. Hello? Закажи. Что-нибудь как местное. Угу. Быстрее, блядь! Прикроешь пока? Как дебил мне доставит. Хера вон там. Машина. А, у него еще и хпшка есть, а я по нему, блядь, ну, с этого с минигана начал хуякить. А он не хочет в машину сесть? Пиздец, блядь, гений. А хули он дальше пешком не пошел, блядь? Или он только... Ну, реально. Ты только 2 метра умеет ходить сам. Почему там бот опять ушел?
Охуенно! О, кстати, слышишь, это специальная гетлика про то, что я лазер не вижу. А там у тазика двери открылись, видел? Не, ну если они видят, что он очень херового качества, блядь, нахера его ебало на весь экран. Чтоб я обратил внимание, как он мыл. Shoot the bastards! Сачка идут. Пососали, блядь, а автомата Марк 2. Самонаводящаяся ракета, да? Или это РПГ? Самонаводящаяся. Кстати, она не попала, да? Она вообще даже близко килла. Классика. You cop, sucker! Некоторые там кто-то... на карте не показывают. Слышь, тут чел префает. Мисс Бейкер, иди в жопу! Да какая мисс Бейкер, блядь! Ну нахуя? Я что-то вообще дохлый. А, блядь, я еще живой? Ну ладно. Так а тут это... Меня заспавнили просто в очильнике. Ебать, у меня хпшка красная. Садись! Куда ты попиздил? Ёбаный рот. А, надо добить охрану. Хули ты не помер, блядь? А где он вообще? БГшку хуйню. Там, кстати, без звука взрыв был. Мы завалили их, блядь. А, я тронуться не могу, пока не сяду. Ебан. Давай быстрее, шевели булками! Пиздец, у меня ручник там залип, блядь, забуд. О, посылочка где-то. Хера мы, кстати, развалины. Ты будешь понимать, что там все такое, you fucking... Почему там бот на стечке разъебался? О, вот это прикольно, бля. Хера его... Да с дороги, ведьма! Хера его меня бьет. Ну, бля. Прошли, но на сложном это нереально, если я, блядь, даже так сдох. Как эта дура позвонила актуально вообще? Да. Я стою, блядь, с винтовки автомата, хуярю, тут меня, блядь, выстрел отрывается. А этот он просто не стреляет, блядь, когда ему звонят. Отрывается стрельба. Такой, блядь, надо перекурить, ща, погодите, 5 сек, сейчас я телефон возьму, блядь, ответить надо, блядь. Она такого актуально всадила, это просто. Я что же заорал тебя, миссис Бейкер, иди в очку. Да я пошел денег опрашивать в этот момент, блять. Я тоже из-за угла вышел. Ну и благо я недалеко ушел, я успел зайти, пока она там, блять, перевозила. Просто, ты такой актуальный, вообще пиздец. Щи, блять. Хера ты жопой у меня на башке заставнился! Хера ты там звонишь кому-то! Силовые методы. Силовые методы. О, здоровье сотка из ста.
Не, ну так звонить, мне кажется, надо еще уметь. Да это вообще такой комфорт, я просто убедил. Блять. Не, я, конечно, понимаю. Мисс Бейкер скоро с вами свяжет, и она мне через секунду позвонила, типа. Или даже одновременно. Интересно. Тут он, блядь, пусты пропадает. Блю? Что с? Там мне бот забибикал, такой с. Еда, блядь. Знаешь, там водитель автобуса сдох, а ты вышел. Давай еще пора открой. Бля! Я тоже уже все. Приехал. У тебя колеса гоняют. Я горю. Что? Давайте еще пожарных вызовем. Прозрачно, блядь. А, бля, коктейли Молотова нельзя дистанционно покупать. Жаль. Мне их вообще не осталось. Чё, блядь, перезаряди, говнище. Патроны кончились, блядь. Летай. Да хули ты съебался? Так я тебя ударил, ты застопился и я убежал. А мне звезду надо. Fucking ass! No way! Такой въебывает солдат и говорит, no way, блядь. Здорово, блядь. А хули там БМВ застыло?
Теперь там целенаправленная атака на эту БМВ.